Идея создания в Татарстане проекта «Дружелюбная поликлиника» берет свое начало в Москве. Там его запустили в 2015 году. Поглядеть на новшество приехала делегация из Татарстана. Она посетила несколько медицинских учреждений, в которых проект уже успели внедрить. Собрав всю нужную информацию, специальная комиссия рассказала о столичном нововведении лично президенту Татарстана, после чего было принято решение о внедрении сначала пилотного проекта «Дружелюбная поликлиника», ну а потом уже тиражирование его во всех поликлиниках республики. На сегодняшний день вы знаете, что пилот в трех поликлиниках в трех городах Татарстана прошел. Это Казань, 18-я горбольница, Вальмитевские и в Челнах. Именно в этих городах находятся учебные центры. Все, кто принимает участие в проекте, смогут консультироваться там по всем интересующим их вопросам. Дружелюбная поликлиника подразумевает изменения и принцип работы медучреждений. На сегодняшний день мы решили вот взять вторую поликлинику, так как она не требует ремонта на сегодняшний день, потому что одним из первых моментов, одним из главных факторов – это необходимо изменить именно входную группу, то есть это туда, куда попадает в первую очередь пациент, приходя в поликлинику, это где находится сейчас регистратура. В будущем регистратуры и вовсе ликвидируют. Вместо них появится открытая зона, позволяющая персоналу свободно общаться с пациентами. На входе будет работать медсестра, которая выясняет цель визита и определит маршрут посетителя, а при необходимости проводит до нужного кабинета. Медицинские сестры скоро перестанут вести прием вместе с врачом-терапевтом. Вместо этого на специальных постах они будут помогать людям. Теперь, чтобы получить, например, санаторно-курортную карту, направление на анализы или измерить давление, не нужно будет брать талон к своему терапевту. На сегодняшний день у нас есть кабинеты дежурных врачей, есть кабинеты неотложной помощи обязательные, да, для того, чтобы пациент получил именно неотложную помощь и чтобы выключить этого пациента из приема врача, который сидит и принимает именно по плановой электронной очереди. Дружелюбная поликлиника – это не только ремонт и реконструкция того или иного помещения. Это в первую очередь создание комфортной среды для населения. Все это в комплексе позволит избавиться от живой очереди, увеличить время приема пациентов и, конечно же, сократить ожидания больного. Кардинальные изменения горожане смогут ощутить уже во втором квартале этого года. Айрат Салимов, Рустам Калимуллин, Артур Давлекаев, телеканал «Нефтехим».